Привет! В этом видео я расскажу и покажу, какую можно купить квартиру без риэлторских процентов. А главное, с возможностью получить рассрочку и въехать в новую квартиру на этапе строительства. Это может быть для вас и хорошим инвестиционным проектом. В конце видео расскажу о подарках при покупке жилья в этом комплексе от застройщика и меня лично. АКГ Casa Grande Residence. Друзья, очень интересный проект, как пример для инвестиций и вложений. Это сейчас один из самых больших проектов в Конья-Алты, район, любимый среди русскоязычных экспатов. На этапе застройки можно купить по хорошей цене или договориться о рассрочке. И еще можно выбрать квартиру, именно которая нравится вам, а не та, которая осталась в наличии. Все по порядку. Новый проект АКГ Casa Grande состоит из 12 блоков по 5 этажей, которые построены на участке 7777 квадратных метров. Casa Grande – хорошая транспортная развязка. И все это на лоне Анталийской ривьеры, с одной стороны окруженной горами, а с другой омываемой волнами Средиземного моря. И является одним из наиболее живописных проектов Анталии. Проект состоит из 150 квартир и двух коммерческих помещений. 1400 метра от пляжей Конья-Алты. 220 метра от торгового центра Migros 3M. 1200 метров от торгового центра Metro. 20 километров от аэропорта Анталии. 60 метров от трассы аэропорт Кемер. Кстати, для того, чтобы расположиться близко от трассы, фирма-застройщик позаботилась о том, чтобы запланировать посадку деревьев, которые полностью скроют комплекс от трассы. Спешите приобрести себе шикарное жилье по специальной цене от застройщика. И с моими скидками и плюшками пишите мне лично, отвечу каждому. Подробнее о комплексе. Большая огороженная территория 7777 квадратных метров с авторским ландшафтным дизайном. Круглосуточная охрана 24 часа в сутки. Камеры видеонаблюдения по периметру территории. Большой открытый бассейн с детской секцией. Крытый бассейн с подогревом. Внешняя открытая парковка по периметру комплекса с навесами. Финская сауна. Фитнес-зал с силовыми и кардиотренажерами. Детская игровая площадка. Беседки. Сейчас есть из чего выбирать. Варианты планировок квартир. На нижних этажах квартиры 1+1, 69 квадратных метров, с садовой террасой. На средних этажах квартиры 2+1, 100 квадратных метров, с отдельной кухней, двумя ванными комнатами и гардеробной. Меня зовут Сергей, жену зовут Оксана. В 2015 году мы приехали в Турцию. Из Украины, из города Харьков. Приехали в Турцию посмотреть себе квартиру. Мы были приятно удивлены примерно 20-летним отсутствием в самой Турции, насколько она изменилась в лучшую сторону. И были очень приятно удивлены всему тому, что мы увидели. Посмотрели квартиры у Али Кемаля, у других застройщиков, вторичное жилье. Все сравнили, все почитали в интернете, отзывы. И приняли решение в пользу Али Кемаля. Дома Али Кемаля газифицированы. Это огромный плюс. Я считаю, что самое главное для потенциальных покупателей. Первые компания десятки. Али Кемаля входит в десятку лучших строительных компаний Турции. Он на втором месте по рейтингу из 10 компаний. Это действительно так. И хочу сказать огромное спасибо Али Кемалю за нашу квартиру и вообще за то, что он существует. Так как в отличие, как я поняла, от турецких мужчин, говорю, Али Кемаль очень обязательный, очень пунктуальный. Его слова не расходятся с делами.
Так что мы всем рекомендуем искренне от всего сердца Али Кемаля, и дай Бог ему здоровья и процветания его компании на долгие-долгие годы. Спасибо всем большое. Всем его сотрудникам. Да, и всем его сотрудникам. Али Кемаль, мы к вам придем на следующей неделе. Спасибо. На средних этажах квартира 1 плюс 1 60 квадратных метров с балконом. На последнем, верхнем этаже квартиры-дубликсы 3 плюс 1 192 квадратных метра с террасами на крыше, спальнями на нижнем этаже квартиры и с входной дверью и на верхнем, и на нижнем этаже дубликса, что очень удобно. Особенностью архитектурной планировки комплекса является то, что балконы гостиных каждой квартиры имеют вид на бассейн. Многих моих клиентов интересует, как сдаются апартаменты в эксплуатацию. Рассказываю о оснащении апартаментов. Инверторные кондиционеры в каждой комнате. Установлено оборудование для отопления природным газом, радиаторы и газовый котел с возможностью регулирования температуры воды и отопления помещений. Электрические рольставни на всех окнах и балконных дверях. Кухонный гарнитур современного дизайна со встроенной техникой, варочная поверхность, вытяжка, духовой шкаф, столешница из современного экологического материала, устойчивого к физическому и химическому воздействию. Установлена сантехника во всех ванных комнатах. Полы, ламинат в спальнях и гостиных зонах, керамическая плитка в ванных, зоне кухни и коридорах, навесные потолки со спот-освещением. И, наконец, о цене. И какие есть нюансы? Рассрочка от застройщика. Гибкие условия оплаты. Для моих дорогих покупателей есть много приятных мелочей. При покупке на этапе строительства застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку платежа на 2 года. Согласно вашим пожеланиям, вы можете оплачивать рассрочку ежемесячно или поквартально. Очень интересное предложение – план оплаты. Первоначальный взнос всего 30% и 24 месяца беспроцентная рассрочка. И даже это еще не все. Трейд-ин – это когда вы приобретаете квартиру у застройщика, а потом, если хотите, меняете ее за небольшую доплату через время на квартиру в новом комплексе, который строит Али Кемаль. Так можно обновить свою квартиру и место без лишних финансовых затрат. Здравствуйте! Меня зовут Али Кемаль Гюрдал. За последние 13 лет мы построили около 500 квартир и увеличили количество счастливых жителей в Анталии. В этом году, в 2019, мы начали строить новый проект, состоящий из 150 квартир и находящийся в наилучшем местоположении. Это будет один из прекраснейших проектов в прибрежной зоне, где мы обещаем самые хорошие и низкие цены. Ждем вас в Анталии. Большое спасибо. На правах рекламы, но от души. Этот комплекс я советую своим друзьям. Внимание! Всем моим клиентам в подарок телевизор! Звоните мне немедля, уточняйте цены и что есть в наличии. Как? Как? Одним кликом на WhatsApp. Вся информация в описании к этому видео. Обратите внимание, что теперь для удобства моих клиентов, по вашим просьбам, я открыл каталог недвижимости, чтобы вы могли смотреть наиболее горячие и интересные предложения недвижимости в Турции на этом канале. Вся информация в описании к этому видео. Мир и уют вашему дому. Дин дон дэй, ма ассаляма, хэй до, гиле гиле. Ну и наконец просто чао.